Это «Новости в форме». С вами Анна Чижлитаж. Добрый вечер. В преддверии 8 марта президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды женщинам из различных сфер деятельности. Среди них и представительницы военного ведомства. Медалью за трудовые заслуги награждена заведующая клиника биохимической лаборатории Главного военного медицинского центра Вооруженных сил Республики Беларусь Татьяна Чирикова. Медали Франциска Скорина удостоена главный балетмейстер труппы заслуженного коллектива Академический ансамбль песни танца Вооруженных сил Беларуси Анжела Андрачев. Делегация Вооруженных сил Беларуси принимает участие в семинаре по военной медицине в Исламабаде, Республике Пакистан. На мероприятие прибыли представители государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В программе обучения обмен опытом в области медицинского обеспечения военнослужащих при боевой хирургической травме. Обсуждение методик диагностики лечения пострадавших. Водный квест для курсантов Борисовского учебного центра. Военнослужащие танкисты тренируются в легководолазных спусках. В бассейне бойцы учатся надевать изолирующий противогаз, специальное снаряжение и выполнять задачи под водой. Экипажи танков готовятся преодолевать реки и озера. Военные инженеры возводят паромные переправы через реку Неман. Маневры проходят в рамках контрольных занятий по тактике специальной подготовки. По временному мосту военнослужащие переправляют технику на другой берег реки. Перед этим они произвели разведку местности и совершили марш по пересеченной местности. Предприятие военно-промышленного комитета Беларуси продолжает работу над созданием радиолокационной станции ближней разведки «Клен». Специалисты провели этап испытания натурного макета РЛС. На практике протестировали возможности станции по обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Все воздушные цели были установлены. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе Яндекс.Дзен, в наших социальных сетях и мессенджере Telegram. До встречи!